Мне вчера так обидно за девчонок, за своих было. Ну, за своих, я имею в виду вас, подписчиц, потому что я в любом случае всех девочек, которые особенно со мной в коннекте, которые мне пишут, считаю за своих девчонок. А дело в том, что очень многие девочки пишут: ой, так классно, вам дарят цветы, а мне не дарят. Девчонки, я не понимаю, где вы находите таких мужиков, которые не дарят цветы. Я вообще не знаю, кто их производит и как это так происходит. Ну, ладно, окей, если не просто так, и цветы без повода подарите женщине, окей. Ну, если его мама не научила дарить цветы женщинам, хорошо, но есть поводы, есть 8 марта, есть день рождения. Вот мне кто-то написал: я 12 лет в браке, и ни разу за 12 лет он мне ни цветочка не подарил, не считает нужным. Ну, мне кажется, это вы не считаете нужным, чтобы вам дарили цветы, потому что, прежде всего, это ваше отношение к себе, потому что вы это разрешили и позволили. Очень многие девочки пишут: не дарит подарков. Блять, я вообще не понимаю, как можно вступать в отношения с людьми, которые не дарят подарков. И не потому, что я такая сука меркантильная, понимаете, дело не в этом, но просто это ваше отношение к самим же себе. Ну, то есть... Что это за мужики, которые вам не дарят подарки? У меня разные мужчины были в жизни, разный достаток был, и много, и не так много. Но всегда у меня было такое, ну, отношение к себе, что если мне человек не дарит подарки, то как бы я не знаю, как самой к себе тогда после этого относиться. Это же это гиперважно. Как это так? И это сейчас не история про содержанок, понимаете, которые там говорят о том, что вот за мной надо ухаживать вот так вот и вот так вот, дарить вот это и вот это, у нее там целый список и как бы определенная сумма. Не про это речь. Вы сейчас будете писать: ну, у всех разный финансовый достаток. Да не рассказывайте мне про разный финансовый достаток. Вопрос в желании мужчины потратить это на вас или потратить это на хер пойми что, понимаете? Ну, то есть, если мужчина там жадный, ну, я вообще не знаю, как с ним можно быть. Жадный, прижимистый. У меня, кстати... Был один такой, но, знаете, и даже на таких можно найти управу. Ты ответь на вопрос. Вот, мужчина должен дарить подарки женщинам и цветы дарить? Или можно и без этого обойтись? Нужно дарить. Как ты думаешь, должен? Да. А почему он должен дарить подарки? Потому что... Ну почему? Я не знаю, надо. Надо? Надо. Потребность женщины? Угу. Без этого никак? Мальчиков же с детства учат дарить подарки девочкам, да? Угу. Вот если тебе мальчик попадется, который не будет дарить подарки, ты что с ним сделаешь? Будешь общаться или не будешь общаться? Не буду. Потому что это, прежде всего, отношение к себе, правильно? Если ты себя любишь, то тебя должны баловать, да, моя птичка? Угу. Как ты это делаешь, чтобы пчелка убрала?